Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! У нас зима. Последние сутки валил сильный снег. За снегом, говорится, завалило все. Сейчас вам покажу. Вот ограда уже, получается. Вчера три раза чистил. И снега до сих пор, говорится, полно. Но снег успокоился. Сейчас буду чистить опять. Вон, на крышах снега полно. Сейчас выйду за ограду, покажу вам. Такая вот погодка у нас. Вчера три раза чистил снег. И вот порядка еще, наверное, 10 сантиметров еще выпало за ночь. Снега полно. Барбосы. Не скачи, не скачи. Сейчас посмотрим, что у нас с дорогой. Дорогу нам не чистили. О, все в снегу. Сейчас будем вычищать. Вчера снегоуборщиком чистил три раза снег. А вот во что превратилась у нас дорога. Снегу выпало больше 20 сантиметров. Вчера уже ездил, машина, говорится, брюхом цепляет. Вот такая вот дорожка. Снега полно. Где чистил? Яма такая. Вот, собаки вон в колее от машины. Ветра пока не было сильного. Вот. Снег. Сейчас вам расчищу. Вот. Столько навалило. Ну-ка, тихо. Собачки. Знаю, будет сегодня, не будет трактор. Наверное, будет. Сейчас перед этим опять морозы у нас будут. Опять за 40. Ну, правда, недолго. Дня там 3-4 всего. Сейчас посмотрим. Скорее всего, наверное, руками пока почищу. Такая вот погодка. На улице холодно. Похолодало. Руки мерзнут. Буду вычищать. Все задуло. Не задуло, но валило. Вчера три раза чистил. Ну, давно такого не было снегопада. Снег шел у нас сутки с небольшим. Кучка угля, приходится откапывать постоянно. Покажу в огороде. Все завалило. На улице холодно. 24. Ветерок. Холодно. Ветер холодный, хивос. Ветер у нас северный. Хорошо видно. Ветер сильно холодный. Получается, больше 20 сантиметров выпало за сутки. Снега полно. Ладно, почищу вам, покажу. Друзья, очистил я ограду от снега. Перчатки одену. Холодно. Снега много, устал. Сейчас уже за ограду руками не буду. Сейчас снегу больше выгоню. Откину от ворот. Маленько. Чтобы по ветру кидать. Чтобы в лицо не летело. Ветер холодный, снега много. Плохо видно. Снег рыхлый, конечно, но тут площадь большая, очищать долго. Снегоуборщиком тут пару минут и все. Ладно, пойду за снегоуборщиком. Такая интересная погодка, конечно. На поле снега прям полно, по колено даже выше. Сейчас пока не сдует, на лыжах не покатаешься. Сейчас обещает ветер где-то на днях. Минус 15 метров будет ветер. Весь пухляк сдует. Ладно. Там у нас кто-то тарахтит. Тоже снегоуборщиком чистит.
А отсюда не видать будет. Вон там где-то. Что-то не вижу. Нет. Не видать. А, дороги у нас пока не стало. Сидим дома в изоляции. Друзья, уборку снега закончил. Убрал снежок. Снегоуборщикам это делать недолго. Снега много, холодно на улице. Минус 24, ветер. И вот. Вот так вот все получилось. Снега много, конечно. Вот. Проехал один проходик. Но тут я чистить точно не буду. Это мне целый день уйдет. Будем ждать трактора. Потому что на машинке на своей я уже не проеду. Хотя снег пухляк, в принципе, может пробьется. Но снега много. Так вот, сутки повалило. Прочищал. Вчерашние колеи. Время у нас уже обед. Дорогу пока не чистили. Ну все, друзья. Всем тепла, здоровья. Всем пока.